Итак, мы начинаем. До начала нового учебного года остается совсем немного времени. Родители продолжают собирать детей в школу. Сегодня к нам в редакцию обратилась мама второклассника. Он учится в 40-й школе Бийска. Девушка крайне недовольна дорогой, которая ведет в учебное заведение. Путь небезопасный. Приходится идти по проезжей части, а в некоторых местах нужно выходить либо на середину дороги, либо шагать по мусору. Вот у нас дорога. И пошел ребенок в школу. Где идти? Как идти? Идет в школу. Может, дойдет, может, не дойдет. И о какой безопасной дороге в школу может идти речь, сообщает бийчанка. Рядом с 40-й школой нет тротуаров и освещения. Дети до учебного заведения, проживающие в районе стадиона «Прогресс», добираются по проезжей части. В ближайших выпусках информационной программы «Будни» мы обязательно вернемся к этой теме. Вот так вот очень медленно у нас тут проезжают машины, когда дети идут в школу. Хорошо, что машина одна. Бывает, они могут ехать и по одному направлению дороги, и по другому направлению дороги. Вот такая вот у нас вкусность. Школьная территория. Замечательно.